Доброе утро, уважаемые коллеги. По состоянию на 8 часов обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта 2018 года. Открытый прямой и постоянный диалог со всеми участниками избирательного процесса, органами государственной и муниципальной власти, политическими партиями и средствами массовой информации, с избирателями – все это характерные черты прошедшей выборной кампании нашей республики и в целом в Российской Федерации. От имени Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан хочу поблагодарить всех, кто оказывал содействие в период подготовки и проведения выборов. Это республиканские и местные органы власти, правоохранительные органы, средства массовой информации. И, конечно же, особая благодарность нашим избирателям, которые очень ответственно отнеслись к выполнению своего гражданского долга. Согласно введенным в ГАЗ-выборы протоколам, явка на выборах президента Российской Федерации в Республике Татарстан составила 77,45% от общего числа избирателей. Наибольшее количество голосов избирателей между кандидатами распределили следующим образом. Путин Владимир Владимирович – 82,09%. Грудинин Павел Николаевич – 9,06%. Жириновский Владимир Вольфович – 3,01%. Сурайкин Максим Александрович – 1,68%. Собчак Ксения Анатольевна – 1,33%. Явлинский Григорий Алексеевич 0,87%. Титов Борис Юрьевич 0,59%. И Бабурин Сергей Николаевич 0,58% в процентах от числа избирателей, которые приняли участие в голосовании. Такие предварительные итоги голосования по выборам президента Российской Федерации по обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Уважаемые коллеги, если у вас вопросы, пожалуйста. Минуточку, микрофон. Район бойынша да сайлаушыларны турында хабар айтсагыз иде. Аутсайдерлар атында хам лидерлар кимдер? Райондар хам шаһардар бойынша рахмат. Райондар бизнен бик актив катнаштылар. Шаһарлар арасында Қазанда да, Шалыда да сайлаушылар біз актив сайлау участоктары келділер. Қазан бойынша явка біздің бұл сайлауларда 61,47%, Шалы бойынша 79,54%. Әлмәт шәһәр бойынша 76,51%, Нижнекамск шәһәр бойынша 71%, 83%. Біздің ауылларда тауыш берушілер тоже бик шақты 80-нен артық. Коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста. Олег Павленко, агентство ТАСС. Скажите, пожалуйста, в итоге нарушения какие-то были вот зафиксированы или все прошло спокойно? Уже можно подводить? Я уже вчера говорил, что выборы на нашей территории прошли спокойно, организованно. Были обращения, была информация, на которую оперативно реагировала Центральная избирательная комиссия. На все обращения даны соответствующие ответы. Я должен сказать, что, еще раз повторюсь, выборы на территории республики прошли спокойно и организованно. Да, я вчера председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова очень высоко оценила уровень проведения выборов в Республике Татарстан. Это было оглашено на заседании Центральной избирательной комиссии. Коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста. Татаринформ, Алия Замалиева, Митхат Равкатович, скажите, пожалуйста, когда планируете провести заседание Центральной избирательной комиссии, где будут подведены итоги? Мы планируем провести заседание Центральной избирательной комиссии в ближайшие дни. Информация до вас, до средств массовой информации будет доведена дополнительно на сайте Центральной избирательной комиссии нашей республики.